Шанти-Шанти-РФ, это 5-литровый канистра спирта, а это черный офицерский ремень из кожзама. В общем, когда-то нас их много заказали, у нас их много осталось валяться с тех пор. Ну, кожзам такая дерматиновая резина какая-то. Ну, смотрится как кожзам, в общем-то. Пряжка латунная, судя по всему. Конструкция пряжки следующая. Достаточно неплохо выглядит. То, что он кожзам, выдает в первую очередь, конечно, вес. Легкий он относительно нормального ремня. Значит, это второй размер, насколько я понимаю. Мне, наверное, нужен третий, четвертый по-хорошему. Понятия не имею, сколько у меня пузо. Знаю, что я 100 килограмм примерно с небольшим. И размер по заднице. Ну, в худшие дни 54, в лучшие дни 52, где-то в этом диапазоне. Ну, тем не менее, смотрите, я могу его зафиксировать. Тут у нас есть дополнительный крепеж. И ставится. То есть, в принципе, там для какой-нибудь задачи хождения в лес, там, да, по дрова, вполне нормальный ремень. То есть он никаких неприятных ощущений не вызывает. Ну, кроме того, что с него ценники летят, но нахрен не нужны в реальной жизни. Вот немножко нужно потянуть назад, чтобы он снялся. Ну и для целей шлепания сраков, ну, наверное, он годится неплохо. Сейчас попробуем, будет ли он шлепать. Так, давай еще разочек. Ну, в принципе, страшные звуки им издавать получится. Так что для целей воспитания подрастающего поколения, я думаю, тоже подойдет.